Сегодня же с представителями австрийских бизнес-кругов встретился глава республики Михаил Игнатьев. В ходе встречи представители австрийских компаний проявили интерес к сотрудничеству в таких сферах, как машиностроение, энергетика и строительство. Инвестиционную привлекательность региона отметила и чрезвычайный и полномочный посол Австрийской республики в Российской Федерации и Республике Беларусь доктор Маргот Клестель-Люфлер. И я уверена, да, что вы тоже заинтересованы в том, чтобы в вашей республике продвигать именно такие вот структуры среднего и малого бизнеса. И я думаю, что здесь как раз бы, наверное, мы могли найти точки соприкосновения наших интересов. В завершении встречи Михаил Васильевич отметил, что Чувашия заинтересована в развитии дружеских и партнерских связей между австрийскими фирмами и предприятиями Чувашской республики. Поэтому я полагаю, что наши встречи дадут еще дополнительный импульс для того, чтобы наше бизнес-сообщество, доверяя друг другу, нормально могли взаимодействовать на взаимовыгодной основе.